Харьковский аквапарк «Джунгли» третий год подряд принимает у себя открытый чемпионат по плаванию. За победу соревнуются 350 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет. Они представляют спортивные клубы Харькова и ближайших областей Украины. Мы располагаем замечательными спортивными дорожками, спортивным плавательным бассейном, а также атмосфера аквапарка «Джунгли» как нельзя лучше подходит для теплого, сплоченного коллектива, где можно провести подобные соревнования. Здесь останутся все очень довольны, и мы гарантируем прекрасное настроение, хорошие спортивные результаты. Никита Пугач – переселенец из Донецка. Мама юного спортсмена рассказывает, плаванием сын занимается всего 5 месяцев в Харьковской спортивной школе номер 9, но это уже третье его соревнование. Мы здесь уже не первый раз выходили всей семьей отдыхать. Когда он узнал, что соревнования будут именно в этом месте, то, естественно, еще больше захотелось ему проявить себя и показать себя. Мне тут нравится, соревнования хорошие. Этот аквапарк очень сильно нравится. Тут есть много горок хороших, можно поплавать. Победителям турнира вручили награды и дипломы. Виктория Вашкевич, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».